Всем привет! С вами July и July Dance Family. И сегодня разбор на Stray Kids Social Path. Итак, let's go! Мы начинаем с вами на затак. Смотрим на ножки. Мы переносим вес на правую ногу ближе к носочку и заворачиваем носочки вовнутрь, пяточки наружу. То есть и. Далее мы заносим левую ногу за правую, правая на носочке поворачивается. Что еще раз происходит? Мы стоим с вами ровненько и мы делаем, по сути, пятки так, наружу. И пятки вовнутрь, одна ножка зашла за другую. Сразу рекомендую вес переносить больше на правую ногу. То есть не на двух ногах это делать, а именно на правой. Пам-бам. То есть, чтобы, по сути, вы это движение могли сделать вот так. Да? Чтобы у вас весь вес был на правой. Пам-пам. Потому что это надо будет делать очень быстро. Дальше. Мы напрыгиваем на левую ногу. Правую выбиваем в сторону. Поворачиваем ее на зрителя коленом. И переносим на нее вес, ставя ее в пол. Счет у нас будет следующий. 5 и 6 и 7 и 8. Раз, два, три, четыре, пять и 6 и 7 и 8. На и 8 будет движение руками. Теперь руки. Левая ручка нам временно не нужна, мы можем ее поставить пока на базу. Правый указательным пальцем мы показываем в диагональ. Потом меняем диагональ, показываем противоположную. То есть раз и два сюда. Дальше у нас ручка вытягивается в сторону. Мы ее подносим к себе и указываем на зрителя. Потом мы эту ручку прячем вниз, и у нас здесь появляется левая, которая идет к плечику. Левую отводим в сторону, правую подносим к лицу, смотрим вдаль. Еще раз только руки. 5 и 6. И 7, и 8. Соединяем вместе с ногами. Мы с вами стояли 1, 2, 3, 4, 5, и 6, и 7, и 8. То есть и 8 мы с вами сделали 7. На и мы немножко вес переводим на левую ножку назад. И на 8 снова на правую вперед. So it's gonna be like 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8. And it's gonna be very, very fast. Этот кусочек очень-очень быстрый, это вступление. По факту счет будет такой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8. Примерно вот так. Пришли сюда. Дальше руки разбираем. Мы начинаем играть на гитаре. Мы держим ее гриф и играем вниз, играем вверх, играем вниз. 3 раза. Мы были в этой позе и остановились вот здесь. Когда мы играем вниз, мы переносим вес на левую ножку назад. То есть мы закрываемся и уходим вниз. На правую ногу делаем слайд вперед, когда мы играем на гитаре вверх. Дальше мы снова играем на гитаре вниз. И в этот момент мы поднимаем левую ножку и на нее отпрыгиваем назад и подставляем правую. Еще раз. 7 и 8. 1, 2, 3 и 4. So we're playing the guitar. 1, 2, 3. And we're making steps like 1 to the left. Slide. 2, 3. Jump, jump. После этого снова переносим вес на правую ножку. Оставляем ее немного согнутой в колене. И прямой. Левой. 3 раза топаем в пол. 1, 2, 3. И поворачиваемся в диагональку. 1, 2, 3. Руки у нас с вами были. Мы ударили вниз, спрыгнули. Вытягиваем одну, вторая идет к плечу. 1, 2, 3. То есть в этом положении мы поворачиваемся. 1, 2, 3. На последний счет мы сбрасываем ручки вниз и подставляем ногу. Для того, чтобы ударить локтями в стороны и назад. Пам! Желательно не четко назад и не четко в бок, а в диагональке. В этот момент мы поднимаем правую ножку, согнутую в колене. Можно просто ее поднять, а можно на левой ноге отпрыгнуть немного назад. Вы можете выбрать любой из этих вариантов, и так будет правильно. Пум. Далее вы будете имитировать бег. 1.
То есть я левую ножку оттаскиваю назад и прыгаю на правую. Теперь я буду типа бежать сейчас на левую, а правой отпрыгивать или отскальзывать назад. И третий бег. Три раза. И я чуть-чуть смещаюсь в диагональку. Совсем немножко. Итак, пум. И руки у нас. Мы, опять же, раз мы бежим, значит, у нас идет имитация бега. Были здесь. Бежим на правую, соответственно, левая ручка впереди. Меняем ногу. Меняем руку. Меняем ногу. Меняем руку. Три раза. Далее. Напрыгиваем на две ножки. И делаем пружинку корпусом вверх. То есть мы садимся на две ноги и выбрасываем колено вверх, и корпус подаем вперед. Опять садимся вниз, подаем корпус вперед, теперь к левой ножке. Руки в свободном полете, как хотим, так и выбрасываем. Пафосно, как в копчике. Пуф, пуф. Как вам больше нравится? Возьмите мембера любимого, посмотрите на него, посмотрите, что у него с руками, и заплачьте, как это делала я. И выберите любой из вариантов, который вам нравится. Соберем это все сначала и медленно. Итак, 5, и 6, и 7, и 8. И 1, 2, 3 и 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Еще раз, чуть-чуть побыстрее. Посчитаю на английском. It's gonna go 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, and... Двигаемся дальше. Сделали эту штуку. Либо спрыгиваем на две ножки, либо просто левую подставляем к правой. Главное, чтобы ножки были вместе, коленочки согнуты. Пам! Дальше мы начинаем немножко вырастать до практически полностью положения выпрямленного, но коленки у нас все время остаются согнутыми. То есть сильно сели, и когда будем выпрямляться, полностью их не втягиваем. И снова сели и выпрямляемся. Сейчас будет легче. Сели, начинаем вставать, выставили ножку, начинаем ее снова подставлять и выставлять. И все это время поднимаемся. То есть будет такая штука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Мы были здесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь руки. Мы с вами собираем кулаки и бьем себя ими в живот. Бум. Соответственно, видите, корпус у нас ушел назад, мы ссутулились. Пуф. Мы присели вниз. Дальше я работаю локтями. То есть я к себе подтягиваю локти, и у меня за счет этого раскрываются кулаки. Что важно? Вы не кулаки раскрываете, а сводите локти. Потому что вот это другое движение. Пам-пам, то, что делают ребята. То есть старайтесь локоть вовнутрь завести. Не наружу, а именно вовнутрь завести локти. Далее снова локти идут в стороны. У вас теперь снова кулачки в том же положении, что были здесь, только теперь на уровне груди. И теперь мы раскрываем ручки, раскрываем ладони наверх вот в такое положение. То есть, если только руки, движение будет такое. Удар, раскрыть. Удар ладошки. Удар. Раскрыть. Удар ладошки. Соединяем с ногой и потихоньку вырастаем. Выглядеть будет так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. I cannot explain the feeling. Соответственно. I cannot explain the feeling. Угу. И дальше мы снова делаем похожие движения, но первый раз мы делали их на два счета, то есть там, пам, там, пам. А здесь мы делаем их на каждый счет, два. То есть у вас как будто идет взрыв от пола. Вы делаете бум, бум, бум. И точно так же свободно кидаете ручки. Еще раз отличие первого движения от второго. Вы делали вниз раз, на два поднимали колено, на три вниз, на четыре поднимали колено. А здесь у вас на один счет сразу идет и вниз, и вверх. Раз, два, три. То есть, по сути, вы пу,
пум, отпружинили, пум, отпружинили, пум, отпружинили. Три раза. И потом собираем ножки вместе, разворачиваем корпус в диагональ. Руки опять скидываем в любом положении вперед, как нам больше нравится. Весь этот фрагмент подсчет. Три, четыре, пять и шесть и семь и восемь. Раз гитара, два гитара, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Суперски. Чуть быстрее. По-английски считаю, не знаю зачем, просто так. One and two and three and four and five and six and seven and eight. One, two, three, and four, and five, six, seven, and eight. One, two, three, five, six, seven, eight, and one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, and two, and three, and four, and nice. Остался последний фрагмент. На счет раз. Бум. Мы собираем ручки вот в такую позу перед собой, округлые мягкие локти, и напрягаем корпус и руки. То есть это жесткое движение. Буф. Немножко сутулимся для того, чтобы усилить это движение. Далее начинаем правый локоть заводить вправо, влево, левый локоть и правый. И немножко ручки поднимаются. Раз, два, три. Еще раз сделали бум. И теперь правый локоть бьем. Раз, левый, два и чуть выше, три. Ноги. Смотрите, из-за того, что у нас локоть правый идет назад, видите, у нас таз хочет повернуться куда? Влево. Его влево мы и будем поворачивать, то есть влево. Чтобы влево повернуть таз, нам нужно наступить на правую ножку, а левую раскрыть. Что это за степы? Степы эти делаются таким образом. Правую ножку мы ставим на носок, и пока она продавливается в пол, вся левая ножка на пяточке проскальзывает в бок. Мы ее отрываем от земли, ставим на носок, и когда она наступает в пол, правая на пяточке разворачивается. То есть это вот такие степы. Но так как мы делаем их очень быстро, они чуть-чуть видоизменяются. То есть вы буквально наступаете правой ножкой в пол, а левой в это время на пяточке поворачиваетесь. Теперь наступаете левой, правая на пяточке разворачивается. Три, четыре. Мы делаем это движение четыре раза, начиная с правой ноги. Почему с правой? Потому что нам нужно, чтобы таз повернулся влево. Итак, мы делаем раз. Погнали дальше. Два. Выше ручки чуть-чуть. Три. И еще выше. Четыре. На счет пять мы подставляем ножку левую сюда. Пять. И ручки поднимаем вверх. Сдаемся. Далее у нас будут кисти смахивать вниз. Фух. И мы будем поворачиваться. Сначала у нас будет поворачиваться голова, потом плечи, потом таз. И мы будем полностью разворачиваться вот в ту сторону. Как это сделать? Мы скидываем ручки и поворачиваем голову. А дальше тазом доворачиваем себя сюда. Одновременно с этим мы делаем 4 степа. То есть у нас был с вами последний на левую. И вот мы с вами остановились. Мы поставили левую ножку. С правой ножки просто будем сейчас шагать на месте. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот прекрасным макаром. Просто у нас будут с вами 2 степа. Вот эти. Мы этими степами будем разворачиваться в диагональку. Стоим с левой такие, топ. И смотрите, наступаю на правую, начинаю поворачивать голову. Ставлю левую, начинаю выводить таз. Докручиваю таз, ставлю правую и подставляю левую, чтобы уже полностью оказаться в этой стороне. Сейчас выглядит как-то очень сраненько, но это почему? Потому что медленно. И когда вы будете делать это быстро и поймете принцип, оно будет красивым. Итак, мы с вами, давайте отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше у нас с вами освободилась левая ножка. Мы с нее будем делать степ. Шаг вперед на согнутую, коленочку к себе подтянули. Шаг назад, обе согнутые, эту коленочку к себе подтянули. То есть вы в принципе не выпрямляетесь, у вас вот тут внизу вот такие степы. Корпус немножко, чуть-чуть наклонен вперед.
Первое движение руками. Здесь вы что-то держите в кулачке, здесь тоже что-то держите в кулачке и наматываете назад. Сразу сделаю маленькое замечание. Феликс, хороший мальчик, почему-то делает акцент вниз. Остальные делают акцент наверх и назад. Как правильно, не знаю. У них спросите. Я просто вот вращаю, чисто вот вращаюсь и надеюсь, что на кого-то это похоже. То есть раз, два, три, четыре. Мы делаем четыре движения. И у нас получается раз, два, три, четыре. Дальше мы просто крутим указательными пальцами у башки. То же самое продолжая делать. Пять, шесть, семь, восемь. На восемь мы заканчиваем движение, то есть на восемь нам крутить уже не надо. У нас будет пять, шесть, семь, восемь. Почти дотанцевали. С левой ноги шагаем вперед в диагональ. Обратите внимание, я не корпусом шагаю, а тазом. Пум. Второй ногой, оставшейся правой, в эту диагональ. Дальше назад, назад. И снова диагональ, диагональ, назад, назад. Два раза рисуем вот такой вот квадрат, кружок. Что это? Что это такое? Руки, как вы могли догадаться, просто сбрасываются, как они хотят. Я один раз сбрасываю их вперед, это наиболее часто встречающееся у них движение. А второй раз Хёнджин выбрасывает правую руку в правую диагональ. Мне тоже нравится, я делаю как он. Еще раз соберем всю эту историю вот отсюда. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И финальный небольшой фрагмент, и еще раз все это будем соединять. Мы присаживаемся на левой опорной ноге и правой пяткой бьем воздух назад. Бум. А потом правым коленом бьем вверх. Бум, бум. И выпрямляемся. То есть левая опорная ножка идет вниз, наверх, вниз, наверх. Правая уходит пяткой, бьет воздух назад, коленкой бьет воздух вверх. Мы меняем ножку, чуть-чуть приседаем и точно так же делаем с левым коленом, выбиваем его вверх. Итак, правая пятка назад, правое колено вверх, левое колено вверх. После этого ставим левую ножку либо за себя и доворачиваемся, либо рядом и доворачиваемся правым коленом. Это уже не принципиально, они делают это очень быстро. Руки. Когда мы бьем правой пяткой назад, мы бьем локтями назад. Одновременно с этим вы напрягаете мышцы рук, то есть делаете пап сзади. Пап. Если кто не знает, пап – это резкий взрыв, резкое напряжение мышц. Пуф, пуф. И я делаю это с ударом назад. То есть я не просто бью соплями руками, а делаю там напряжение, в момент, когда пятка бьет назад. Буф. Дальше я вытаскиваю руки перед собой и делаю пап на себя. То есть буф. Сокращаю эти руки, дергая на себя. Как будто выстрелили из чего-то, только руки в кулаках. Пуф, когда правое колено вверх. Потом приседаем, начинаем руки разводить и пуф. Сводим ручки вот в такую круглую позу. Буф. Это наша третья точка. Итого у нас получается. Раз, два, три. Дальше ножка спускается вниз. Самое сложное. Мы с вами складываем сердечко. Квинкарт учили, вот это оно же, только убрали. Делаем сердечко перед собой. Дальше мы начинаем поджимать пальцы в кулачки. И кулачки соединять так, чтобы ручки пошли ближе друг к другу. То есть вот ваше положение. Начали соединять кулачки вместе. А теперь смотрите, я их начинаю прокручивать, то есть я развожу локти в стороны, и у меня левая ручка большим пальцем вниз опускается, а правая большим пальцем вверх. Отдельно положение рук. Было сердечко, дальше у вас левая сжимается и опускается большим пальцем вниз. Пам, пум, пам. Правая. Было сердечко, вы сжали в кулачки и развернули, как лайк, вверх. Сердечко, собрали в кулачки, это вниз, это наверх и закрыли. Вместе, so, shall, path. Вам помогут локти. Локти у вас в стороны разведены. Когда вы собираете кулачки, вы локти чуть-чуть пытаетесь свести, для того, чтобы достать
пальчики, да, то есть вот эти два лайка сюда. И когда вы их раскрываете, у вас снова локти в одну прямую линию. То есть прямая линия, собрали, и снова прямая линия. И это на три слова social path. У-ху, я вам все это показал. Давайте соберем вторую часть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Степ вперед, степ назад, голова, степ назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Бит, бит, бит. Social path. So, let's put it all together. Соединим все вместе. Подсчет. Я думаю, уже все запомнили примерно, да? Поэтому буду читать сначала по-русски, потом по-английски. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Вступление. Дальше. Гитара, 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 и назад. Бит, бит, семь, восемь, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, 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 и два, и три, и social path. Чуть-чуть быстрее и посчитаю немножко по-английски, если не запутаюсь, надеюсь. Let's go. One and two and three and four and five and six and seven and eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. And one, two, three, four, five, six, seven, and one, and two, and three, and four, and one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and one, and two, and three, and social path. Nice. А теперь давайте под музыку 50% скорости, потом 70, 85 и соточка. So with the music, 50% speed, 70%, 85 and 100. Good luck.
всего.